механический цикоподъемник, это кайф. Вот это? Нет. Так убери звук, блин, а музыку убери полностью. Ищем якобы посторонние звуки. И в ямках, и на всех вот этих стыках дорожных. Так, ты на базу? Да. Сумку Кобовщику хочу, чтобы зашил молнию. Илья говорит, я ему не доверяю. Кому? Не хотел сдавать так молнию. Тапок должен, ну точнее этот чувак должен ему 20 гривен. Мог бы за счет тапка. Давай мы помолчим, ты послушаешь. Это тише, чем моя, вообще ничего не услышал. Ну шо это? Ну тише. Я понимаю, что тише, но шо это? У меня в Кенту 13-го года. Да ничего не стучит. Ну в колесах стучит, ну Вань. Колпак твой, который ты разбила, да, стучит. Да ну не надо, думаю. Неправда. Или этот что-то оторвало. Шо я оторвала? Бампер. Ничего не стучит, я же идеально. Если бы у меня так машины ездили, я был бы счастлив. Ну вот же, ну есть стук. Ну что ты, блин... Сядь и послушай, вот сядь за рулем и послушай. Давай. Давай. Так, что там где стучит? Жена утверждает, что звуки какие-то есть. Дело в том, что вообще-то у нас зеленая стрелка. И шо? Куда ты? Но мы тут не пролезем. Если он чуть-чуть еще протянет, я бы так бы объехал, конечно. Не протянет он уже, у него красный. Опа, как мы умеем. Также ты хочешь проверить, стучит, не стучит. Вот рельсы опять. Вообще не слышу никаких посторонних звуков, кроме мусора в багажнике и в капоте. И ручник. Ямка. Оп. И все. Сейчас пересядем на мою, на Кенгу 2013 года и сравним с 1995. Так, музыку потише делаем. Шелестеть мои кулечки. Ну, сделай так, чтобы не шелестели. Кошка приоткрыть. Невозможно. А? Не шелестеть, это невозможно. Да? Да? Ты любую причину придумаешь. Ну что, какая громче тарахтит машина? Ну, положи кулечки эти, еще кружок прокатну. Не надо, а то сейчас у тебя там...
информация все-таки важна. Так, когда перенес отсюда блок питания сюда для более надежной работы, бо они там как-то в крыле телепались, просто хотел еще и под запаску, действительно, теперь место надо думать, где в капоте что тут. Короче, показометр этот как-то начал показывать неправильно, завышать, мне так показалось, поэтому взял только что вольтметр, точнее этот, извиняюсь, амперметр, и все меряю, 4,5 киловатта это минимум, а максимум у нас 19 ампер. Только что, кстати, шкалило. Больше 20 было. Видать, чуть-чуть заряд взяло, упало до 19. Ну, опустим на минимум. Где-то так. Ага. Чтобы знать, чуть-чуть по-другому стала стрелка показывать из-за переноса, видать. Ну, ладно. Нормально. Непривычно без рекуперации ездить, когда пересаживаешься желтый на эту машинку. Так, весеннее обслуживание щитка, протяжка болтов для электромобиля. Я, конечно, думал, что про эту машинку можно будет куча всего снимать. Потому что она самодельная, можно будет доделывать, все что-то усовершенствовать. А особо так, не знаю, снимать. Как бы нечего про нее. Что-то там добавлять такого, ничего. Значит, там зеркала, музыка, там то, все. Не знаю, еще плату BMS добавить. А так особо, действительно, ну, субвуфер добавил, ну, не знаю, зарядку, ну, тон и все. И получается, что особо... Не знаю даже. Как бы поломка была, снимал. Свет задний там ход усовершенствовал. Ну такого ничего, не помню. С замками воевал. Стеклоподъемник еще вот этот бы сделать. Не знаю даже. Такой по электрической части точно ничего интересного нету особо. Какие-то ручники, там датчики, там. Ну, такое жюри, куча мелочей всяких делал. Там, ну, так особо. Ничего. А еще до меня только что дошла одна штука. Получается, я езжу полгода и без запаски вообще. То есть надо прикупить какую-нибудь докатку. Ну, скорее всего, обыкновенную полноразмерную запаску. Может, кто в комментариях подскажет, тут жигулевский случайно диск не подойдет. Бо много там всякие Deo, Nobir и эти, ну, не знаю, с Volkswagen навряд ли. Deo там еще, да, кадеты одинаковые. Даже не знаю, это надо мерить штангелем будет. Или поспрашивать у специалистов конкретно, ну, которые там на шиномонтаже как минимум или на СТО работают. Но если что, подскажите, бо я не спешу, полгода отъездил без... запаски, еще поезжу, которые без запаски. Если что, пишите, с чего может подойти. На 13 тут диск. Разминулись. Я думал, с таксистом не разминуться.
такой высоты смешно снимать. Если буду обгонять, то крышу можно будет снять с высоты боксера. А ну, если выключить свет, чтобы не засвечивало. О, вот так лучше видно. Да, крышу видно так. Парковочные маневры. Теперь буду просить жену, чтобы помогла мне припарковаться. Потому что не особо видно, сколько там. Что, поможешь мне, скажешь, сколько там сантиметров? 10, 5, 20? А? Да, впритык будут парковаться. Чтобы машины, во-первых, проехали, во-вторых, чтобы задние двери никто не открыл. Впритык, впритык, сантиметр, чтобы все было, да. Все, да? Ну все, мне кажется, я фаркопом бы влез. Забыл, где аварийка выключается. Ага, вот. Обычно она должна моргать. Ну, наверное, да. Ну, ладно, не буду перепарковываться. Там, в принципе, воровать нечего. Литров 10 дизеля. Канистрочка и все. В принципе, могу сдавать назад, пока фаркопом не упрусь. Ну, эти камушки, они же могут обвалиться в любой момент. Ну, короче, камушки, я понял. Ремонт дороги на Днепр перекрыли вот так. Сделали одностороннюю и двухстороннюю. Точнее, из односторонней сделали двухстороннюю. А тот заблудился, да? Сейчас будет думать, как выехать. И тот он что-то, видимо, крутится. А в чем суть? Непонятно. Может, он на рыбалку? А, да, он поехал за песком, че на рыбалку, че за грибами. Сейчас видео сниму, чтобы когда хлопнули, чтобы Полина им не рассказывала, что я их в лесу украл, ты понял? Кладбище. Все, это уже точно последняя канистра запасов. Нашлась случайно.
Так, если ты зацепил забор, показываю, как это все решается. Но тут мы не будем закрашивать, а тут попробуем подзакрасить. Ну вот и все. Как будто ничего и не было. Село Закуриловка, и то свежий асфальтик лежит. Красота. Деревья зацвели красиво. Особенно груши. Абрикосы красиво. Все равно видно вдалеке. Весна скоро, ну как скоро, уже есть весна, но готовимся к шашлыку. Поставлю какие-то такие штуки, чтобы положить, какие были в оригинале. Еще зонтик должен быть, но зонтик что-то ушел где-то. Нормальная качелька? Да. Надо будет в интернете глянуть, сколько стоит. Сколько мы намутили. Даже какие-то еще причиндалы были складные. Да, были, да, были.